обзорчик на скутер 150-ка Vento. Состояние хорошее вообще. Ездил купаться на нем. Катаюсь вечерами так. Что хочу сказать про этот скутер. Блин, вообще прикольная тачка. Не шумит. Тормоза хорошие, цепкие. Заводится. Бак вот здесь, в интересном месте. Едет. У меня вес 90, почти 5 килограмм. Но по его новому спидометру 110, 115, 116 вообще. Две подножки обслуживать это все. Он как новый. Такой прикольненький скуточок. Работает тихо, спокойно, не шумит, не ракочет, ничего. Здесь вот царапка чуть-чуть. И здесь, видать, раз завалились на нем. Прикольный скуточок, 150-ка, а на движке выбито типа 139 QMB, то есть не нужны права, там постанова на учет, я так думаю. Такой прикольненький. Офигенный. Так вот по теплу кататься вообще класс. Не назойливый, шума нету. Такой вот обзорчик. Vento Smart 150.